Накануне сотрудниками ОБНУН при содействии общественного фонда «Город без наркотиков» за незаконный сбыт и хранение героина в 60-м квартале была задержана ангарчанка 1985 года рождения. Торговала давно, в основном она и была наркосбытчица вот в этом районе. Толпы наркоманов к ней шли. Сама героин употребляет на протяжении где-то 8 лет. Задержали, при сбыте нашли меченые деньги, и оставшиеся там около грамма героина. Сейчас наркосбытчица находится под стражей и вменяется до 12 лет лишения свободы. И буквально спустя сутки после этого по подозрению в незаконном сбыте наркотического вещества еще одна молодая ангарчанка попала в поле зрения полиции. Вместе со своим 8-летним сыном она проживала в притоне, организованном в одном из квартир 9-го микрорайона. На момент задержания у женщины при себе имелось 12 доз. У нее изъяли около 8 тысяч рублей, среди которых были и ранее помеченные купюры. Меру пресечения выберет суд, а вот дальнейшую судьбу ребенка теперь определят органы опеки и попечительства. Сейчас он находится в казенном учреждении.